Wie man kessert, so man kichert es mit, dass er nicht an der Gas kichert, ich schlag mal hier, ich kann den Usum, es am in der Lerbe, am in der Schade, am in der Tarn. Overkiss hält das Overkiss Bett, na, wo man um mich trust, dann nur mal in Amelie Lerbe, Amelie Schade, Amelie Tarn. А твоя магия будет поприятней, чем у того... Как его там? Маркса? Смею напомнить, что я здесь самая сильная. Чемазик. Эй! Я тут ни при чем. Это вы меня вот до такого состояния довели. В клетку посадили, таскаете куда-то на цепи. Нормальные вообще. Просто королева тебе не доверяет, вот и все. Ну что могу сказать, у нас это взаимно. Ладно, расслабься. Сегодня, например, как видишь, без цепи. Веди себя хорошо, и в скором времени ты будешь полностью свободен. А теперь следуй за мной. А куда мы? Просто погулять. Хочу показать тебе территорию. Это мне не помешает, потому что надолго я здесь не останусь. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. Если не хочешь здесь окунуться в ледяную воду, то будь осторожен. Не переживай, я на льду себя отлично чувствую. О! А? Балбес! Как-то у вас здесь негостеприимно. Но зато теперь ты точно не чемазик. Да я б тебя самому сейчас под лед толкнул. Довольно грива красиво лежит. Портить не хочу. Лоря, ты такой смешной. Лоря? А что? Меня никто так не называл. Ну, значит, теперь ты будешь Лорей. А я просто Ли. Хорошо, Ли. Тебе? Да и мне тоже. Пора. Ну куда мне, по-твоему, пора? Обратно в клетку. Не переживай, не всю жизнь ты будешь в ней сидеть. Потерпи еще немного. Хотя ради таких минут, которые были сейчас... Явно стоит терпеть. Ладно, все, хватит, пойдем. Иду, иду. Юки, прошло столько времени, мне начинает казаться, что мы их уже не найдем. Энигма, нам нельзя сдаваться. Да ты посмотри вокруг, уже весна. Когда мы только выдвигались на поиски, тоже весна была. Ну знаешь ли, весна весне рознь. У нас все равно нет выбора. Или у тебя есть другие предложения, например, просто ничего не делать? Ни в коем случае. Ника, ты там вообще идешь? Да иду я, иду. Да вот только что проку пробираться сквозь эти заросли. Сколько, черт возьми, времени мы уже потратили впустую? Честно говоря, я до жути удивлена, почему эта кошечка до сих пор ни на кого из нас не напала. Эта кошка непредсказуема, так что радуйся, что до сих пор она никого из нас не угробила. Да лучше бы уже угробила. Нельзя оставлять ее одну. Да достало это все уже меня! И эта кошка, и этот Пьер! А ведь все только из-за этой энигмы! Не родись, она никаких проблем бы не было!
Долбаные ветки! Энигма, ты слышишь это? Это Ника! Давай быстрее к ней! Зачем? Мы вообще-то реванши искали! А не ту, кто мечтает меня убить! Да тише ты! Мне кажется, голос был оттуда! Смотри, куда идешь! Почему-то я не удивлена, что наша встреча прошла именно так. Знаешь, я тоже. Заколебалась тебя искать. Давай жизни иди наши спасай. Что? Чьи жизни? Ну ты же верховная ведьма. Какая, черт возьми, верховная ведьма? Ты с дуба рухнула. Да ну, скорее это ты у нас уродилась. Что, Юки, она меня бесит. А меня бесит то, что вы вместо того, чтобы заняться чем-то дельным, тут ссоритесь. Энигма! Реванш! Ну, наконец-то! Только, пожалуйста, постарайтесь не разорвать друг друга на куски! Мы тебя так долго искали! И мы с Юки тебя! То есть мы друг друга искали, ты никак найти не могли! Вот жизнь шикарная штука, да? У тебя обострение, что ли? Круглогодичное причем! Да отстаньте вы от Ники, ей тоже сейчас нелегко! Есть куда более важные вещи для того, чтобы их обсудить! Например, огненная кошка, которая хочет всех нас убить, да? Огненная кошка? Они еще существуют? А ты знаешь, что делать? Кто такая огненная кошка? Что вообще происходит? А ты нас не за этим искала? Я искала тебя в надежде на то, что ты знаешь, как освободить ацетаты из озера. Ладно, стоп. Предлагаю всем успокоиться и нормально все обсудить. По ходу дела этот мир снова сходит с ума. Да, Юки права. Таким образом, ты хочешь мне сказать, что это совершенно бесполезно? Увы и ах, моя королева. За все это время мы поняли, что Лоренц абсолютно не владеет магией. Его в ней просто нет. Но Калипсо в него до безумия влюблена. Многие лошади не то чтобы годами. Они веками ждали того, когда у них будет возможность взять своей супруги Калипсо. Это даже уже не просто высшие лошади, это единороги и пегасы. Например, Така. Така был бы хорошим правителем, однако ничего, кроме власти, его не интересует. А Лоренц любит мою дочь. Пойми меня не только как королеву, но и как мать. Но Лоренц не может стать правителем, он ничего не умеет. Я и не позволю ему. Править будет моя дочь. Разумеется, если она согласится на это ради своей любви. То есть ты вешаешь всю ответственность за высших лошадей на Калипсо? Она слишком юна. Я передам ей трон лишь тогда, когда буду уверена в том, что она готова. Глупо лишь ради любви проделывать все это. Это уже не в твоих полномочиях решать. Знаю, сестренка. Ты такой забавный. Никогда никого веселее тебя не встречала. Никто никогда не относился к моим шуткам так же положительно, как и ты. Я вам не помешала? Нет, конечно. Ты что-то хотела? Пришло время выбора, дочь. В плане Тако или Лоренц. По нашим законам, ты должна определиться с супругом в ближайшее время. И либо это будет обученный всему Така, который сможет тебе помогать в дальнейшем, либо неумелый Лоренц, которого ты так любишь. Калипсо? Я приму любое твое решение. Я не знаком с этим Така. Понятия не имею, любит он тебя или нет, но зато знаю то, что я люблю тебя. А еще больше я люблю Нику. Я должен любым путем вернуться на землю. А пока я не стану ее супругом, мне этого не сделать. Хорошо, я все поняла про огненную кошку. Без проблем, все, что нужно, я сделаю. Хотя мне и трудно принять тот факт, что я верховная ведьма. Впрочем говоря, я меньше года назад узнала о том, что я вообще ведьма. Силы не всегда с рождением просыпаются. Можно спокойно жить себе, а потом оказывается, что ты демон, ведьма, высший конь или, может быть, даже ангел. Нет, спасибо. Ангелов нам тут еще не хватало. А что с инцитатом? Есть портал. Выйти через него может каждый. А вот войти лишь один. В какой-то определенный промежуток времени, разумеется.
Эти два места не так далеко друг от друга находятся. В таком случае, почему мы до сих пор стоим? Выдвигаемся? Да, хорошая идея. Я должна попасть в этот портал и спасти его. Ну и этого изменника инцидата заодно. Хотя он не заслужил.